Согласно данным регионального управления МВД, предприниматель из Мурома убеждал своих знакомых и работников своей организации, где он являлся руководителем, оформлять кредиты и передавать заемные денежные средства ему. Бизнесмен говорил, что эти деньги ему необходимы для развития бизнеса. При этом расплачиваться с банками он обещал сам. Будучи введенными в заблуждение относительно платежеспособности фигуранта, потерпевшие оформляли кредиты на свое имя и передавали ему заемные денежные средства. Первые несколько месяцев мужчина исполнял обязательства по погашению кредитов, однако через некоторое время переставал вносить требуемые для погашения долгов суммы. В общей сложности мошенническим путем предприниматель получил более 6 миллионов рублей. Для обеспечения мер по возмещению ущерба в ходе расследования уголовного дела на имущество и счета фигуранта был наложен арест. Совместными усилиями сотрудников следственного подразделения УМВД и оперативного подразделения УФСБ была собрана достаточная доказательственная база для вынесения обвинительного приговора по 9 эпизодам противоправной деятельности на сумму более 6 миллионов рублей. В итоге судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.